приветствую. Андрей Загудаев, Кэп Свонси. Что по игре скажешь? Слушай, ну такая прям тяжеленькая игра, соперник равный. Такой прям интересный футбол был. Качели, все, стык-стык, все, борьба интересная была. На последних минутах забили, сравняли. Да, они за 3 минуты до конца забили, а мы за 30 секунд. Поэтому эмоции самые максимальные. Вот на таких матчах, наверное, рождается футбол. И огромное спасибо сопернику. Согласен. Это действительно крутой матч, спасибо. Как погода сегодняшняя? Погода великолепная, футбольная, пасмурная, в принципе устраивается. Ну, в любом случае, поздравляю с ничьей, потому что... Было бы неприятно проиграть, а так получается... Ничья по игре, вопросов да? нет. Да. Вам удачи, побольше. Спасибо. В дальнейшем голов.